Летняя школа 2019. В Азербайджане всерьез взялись за развитие парусного спорта. Все подробности у Нармин Абасовой. Расправить парус, подготовить швертбот. Большое плавание всегда начинается на берегу. Внимание уделяется каждой детали. Чтобы яхта слушалась юного капитана, нужно знать, как она устроена. Турхана Мусаева в парусный спорт привел отец. Жизнь на берегу моря и заставила мальчика встать под парус. Сейчас Турхан готовится к первым соревнованиям. Парусный спорт – это адреналин. Чувствуешь себя словно птица. Сначала я ходил сюда, чтобы просто хорошо провести время. Но потом понял, что хочу заниматься этим профессионально. Тренер Тукджей Субаши внимательно следит за детьми. Говорит, в парусном спорте опасности не меньше, чем романтики. В море нужно выходить с холодной головой. Здесь еще важен настрой. Мы учим управлять яхтами и парусными лодками, безопасно выполнять различные маневры в открытом море при различных погодных условиях. Лучших отберем для соревнований. Цель проекта – летняя школа, постараться привлечь в парусный спорт как можно больше детей. Занятия дают массу возможностей, в том числе и путешествовать по миру. К примеру, сейчас 20 юных яхтсменов борются за право выступать на международном чемпионате в Турции. Нармин Аббасова, Сахават Абдуллаев, Айтен Гуламова, Амир 24.